Каркаралинская бойня набирает обороты. Пятеро полицейских уволены после массовой драки в Карагандинской области. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе ДВД области. Как сообщают ведомстве, из органов внутренних дел региона действительно уволены начальник ОВД Каркаралинского района, его заместитель, заместитель начальника отделения административной полиции и командир взвода патрульной полиции. Все эти вопросы сейчас выясняются, на сегодняшний день один сотрудник полиции. Выясняются все нюансы, все вопросы, возникающие в ходе расследования уголовного дела, будут они все выясняться. По излечению получивших телесных повреждений граждан будет назначена судебная медицинская экспертиза для, значит, определения степени тяжести причинного телесного повреждения. Освобождены от занимаемых должностей.